Известковые породы карста образовались между 120 и 40 миллионами лет назад на дне древних тропических морей. Сохранившиеся в них окаменелости ясно указывают на морское происхождение слагающих их отложений. Среди наиболее типичных и многочисленных – моллюски. Вымершие вместе с динозаврами в конце мелового периода около 65 миллионов лет назад. Антон Фредерик Линднер, тот, кто написал неизгладимые страницы современной спелеологии, австриец, инженер по профессии в первой половине XIX века, пытался решить серьезную проблему, терзавшую тогда город Триесте, переживавший стремительный демографический рост и нехватку питьевой воды. У Линднера была интуиция, и он разработал амбициозный проект водоснабжения, который предполагал эксплуатацию подземного русла реки Тимава, развивающегося в карстовых недрах. Итак, Линднер начал исследовать территорию в поисках новых полостей, пока не перехватил реку в недрах земли. После многих попыток в 1841 году ему удалось достичь Тимава, спустившись в пропасть Требичана, где вода течет на глубине 320 метров, которая делала невозможные любые инженерные работы, что фактически означало провал проекта Линднера. В музее хранятся многочисленные масштабные модели пропасти Требичана и часть первой деревянной лестницы, установленной в середине XIX века в колодцах для облегчения спуска. Сегодня ее заменили на огромную железную лестницу. А это так называемое место – вход в тайную пещеру, где отходит боковая ветвь, которая развивается вдоль ряда вертикальных колодцев и достигает 252 метров. Но туда, к сожалению, самостоятельно мы спуститься не можем, только в сопровождении спелеологов, специально организованными группами. Таким образом, благодаря вот таким вот поискам подземных вод, питьевой воды, была открыта эта пещера под названием «Гигантская». Признана она поистине гигантской. Сегодня в этой пещере проводятся различные исследования, в том числе исследования землетрясений на территории Италии, не только Италии. Маршрут, оборудованный сейчас для туристов, составляет 850 метров. Происходит обязательно в сопровождении гида, который рассказывает нам историю возникновения этой пещеры и что здесь можно найти. Для начала мы спускаемся по ступенечкам в количестве 500, но обратно мы поднимаемся другим входом. То есть сама пещера имеет на сегодняшний день три таких своеобразных входа и выхода. Высота пещеры составляет 98 метров 50 сантиметров, длина ее 167,5 метров и ширина 76 метров 30 сантиметров. Шикарное, конечно, место, сталактиты, сталагмиты, сталагматы. Рекомендую для посещения. До новых встреч в моих новых видео. Пока!